Всем привет, дорогие друзья! Вы прекрасно знаете мою любовь к играм, и такую платформу, как мобильный гейминг, из виду выпускать нельзя. Как минимум по той причине, что она самая прибыльная из всех присутствующих на рынке. Но я не буду говорить про те игры, которые вы и без того все знаете, такие как PUBG Mobile, Call of Duty, Brawl Stars, какой-нибудь там Asphalt 2077, нет. Сегодня мы опустимся на самое дно плеймаркета, посмотрим, какие же игры скрываются там. Быть может, там скрываются проекты успешных программистов, а быть может и пьяный дядя Вася, насравший на тарелку и выложивший на всеобщее обозрение. Кто знает, давайте глянем. Но прежде чем мы начнем, наш проект по бесплатной рекламе. Если ты вдруг не попал в сегодняшний ролик, то не печалься, просто пиши свой мощный комментарий под данным видосом, ставь лайк и подписывайся. Ну а победитель на сегодня — это канал RossBoss. Данный канал пилит видосы по Brawl Stars, по Clash Royale. Хочу отметить, что несмотря на юный возраст нашего сегодняшнего победителя, он как лев не сдается и продолжает снимать ролики. Также видно, что парень пытается учиться и поднять качество своих видосов. Ну а ссылочка на данный канал в описании. Ну а мы погнали! И начнем мы с игры Horror Hospital. Начинается все достаточно типично для подобного плана игр. Мы появляемся около больницы, в которой должен происходить сюжет. В самом начале есть телефон, но толку от него... ноль. Но зато в нем есть фонарик. И первый скример, который нас встречает в этой игре, это SMS-сообщение. Данное сообщение высвечивается по мере прохождения и пытаются внести хоть какую-то ясность всего происходящего. Однако, нихера вообще непонятно. Далее пролетают деда трусы. От такого ужаса и вправду начинает стынуть кровь в жилах. Потом появляется жуткий трансвестит. Мы подходим к зданию, но дверь закрыта. Далее я отправляюсь на поиски ключа. Что это такое, мать твою? Но тем не менее, ключ лежит рядом с ним. Иду обратно. О, дедовские трусы. Заходим внутрь. Далее ходим по коридорам, и периодически проявляется трансвестит. И все, находим дверь. Но как и положено, она закрыта. И нам надо найти к ней ключ. Но просто дойдя до стола, который находится в одном помещении с данной дверью, мы находим ключ. Идем обратно. Открыв ее, мы попадаем в морг. Там опять наш трансвестит. Что тут с текстурами? Вот это реально жуткое дерьмо. Заходим внутрь темной комнаты. Интересно, отсюда можно упасть? Идем дальше и встречаем что-то типа алтаря, на котором расположено что-то вроде драгоценного камня. Беру его, и открывается телепорт. Телепортируемся прямиком в ад. Тут нас встречают наши друзья и какая-то тёлка в кровати. Каким-то образом активируем наш драгоценный камень, и монстры исчезают. Опять куда-то телепортируюсь, и нам говорят: «Уолтер, идем отсюда». И тут я понимаю, что нашего героя зовут Уолтер. Ну и на этом игра заканчивается. Думаешь, все? Ты можешь расслабиться? А хуй там плавал, у нас еще впереди две части этого шедевра. Так что, не сбавляя хода, мы летим дальше. Horror Hospital 2. Игра знакомит нас с двумя ключевыми героями данной истории. Это Уолтер, как я понял, он журналист и просто успешный человек. И Мелисса, наша спутница. Но в силу желания напугать своего игрока, разработчик создал предысторию, из которой вообще ничего не понятно. Кто такая Мелисса, что ее мучает, почему ее что-то мучает, как она оказалась в той больнице, как мы там оказались, непонятно. Нам сообщают, что была жуткая ночь в больнице, которую она не может забыть. Но тем не менее, Мелисса говорит, что знает еще одну больницу, где творится всякая жуть. И надо туда поскорее отправляться, чтобы во всем разобраться. Уолтер, как человек, у которого явный недотраг, соглашается на любую движуху, лишь бы уже поскорее приходовать героиню нашей игры. И тут мы якобы приехали к этой больнице. Да, Уолтер, не ожидал от тебя такого. Это, если что, Мелисса. Ну, в общем, она остается тут, а наш смелый друг отправляется в больницу. Разработчик, где же ты живешь, если у вас так выглядят больницы? Во! Самое то. Физкульт, привет, мазафака. Далее подходим к двери больницы и пытаемся ее открыть. Но, как это ни странно, она закрыта. Мы идем искать ключ, обходим больницу, находим небольшой домик, в котором лежит ключ. Берем ключ, выходим, и тут на нас нападает дворник Вася. Верни сотку, сука. Я бегу от него, и тут мне становится интересно, а что если он ударит нас? Как оказалось, он просто пытается нас укусить, но навредить он нам никак не может. Потом я думаю, ладно, пора зайти внутрь и разобраться, что же тревожит нашу Мелиссу. Зайдя внутрь, мы оказываемся в типичной русской больнице. Далее я начинаю ходить по помещениям. Периодически что-то падает, что-то происходит. В общем, игра пытается нас как-то напугать. Потом появляются жуткие скримеры.
Периодически пробегает дворник Вася, ну а я тем временем все пытаюсь понять, что же я здесь делаю. После недолгой бесцельной ходьбы по коридорам я нахожу ключ от лестничной площадки. Спускаюсь в подвал, там нас встречает бомжиха Алевтина, которая куда-то исчезает. И дворник Вася, который был уже на обеде. А это значит, что его не волнует, кто тут пришел и что он делает. Пройдя также по коридорам, я нашел какую-то папочку, якобы которая должна нам объяснить, что же тут вообще творится. Подходим к двери, и каким-то магическим образом мы попадаем на улицу. Хотя по факту мы находились в подвале. Что-то происходит с монстрами, но тем не менее мы идем к мотоциклу и уезжаем. На этом кончается вторая часть, и мы переходим к третьей. Третья часть начинается с того, что мы направляемся домой, чтобы изучить документы, которые мы успешно спиздили. Кстати, стоит отметить, что в данной части появился русский язык и обучение. Но обучение нас готовит к тому, что из жанра хоррор-бродилки игра эволюционирует в хоррор-стрелялку. Там нас учат стрелять и... все. Далее начинается сама игра. Мы движемся на нашем мотоцикле, как вдруг Снорк перебегает дорогу. Но нам на него абсолютно похую, и мы движемся дальше. Казалось бы, ничего не предвещало беды, но тут бомжиха Алевтина бросается под колеса, и мы разбиваемся. Из-за падения травмируется наша спутница Мелисса и просит, чтобы мы принесли аптечку. Наш герой делает вывод, что неподалеку городок, и надо пойти и привести помощь. На подходе к городу мы встречаем раненого человека, который сообщает, что в данном городке есть безумный доктор, который превратил всех в зомби, и нужно его убить. Вот тебе ружье, и иди убивай всех, кто на тебя нападет. Потом мы убиваем Снорка и находим аптечку. Относим ее Мелиссе и идем смотреть наш мотоцикл. Делаем вывод, что нам нужно убить доктора и найти инструменты для того, чтобы починить наш мотоцикл. Идем в город, и периодически на нас нападают монстры. После недолгой зачистки городка мы находим закрытый ящик и рычаг, который открывает дверь в подвал безумного доктора. Отправляемся в подвал, и почему-то наше ружье остается наверху, а в подвале мы находим пистолет. Опять пару монстров. И приходим к доктору. Сам же доктор сообщает, что все, что он делал, это было во благо. Но что-то пошло не так. Он просит нас сжечь его. И мы поджигаем. После выходим обратно. И оставляем пистолет внизу и подбираем двухстволку вверху. Я должен обыскать город, чтобы починить двигатель. Какой двигатель, друг? У тебя колесо оторвало. Выходим из дома, и там нас встречает мясник Анатолий. Но поскольку у меня кончились патроны, я не смог пустить его на отбивную. Тем не менее, мне удалось от него убежать. Нахожу инструменты и ремонтирую наш мотоцикл. После чего я завожу мотоцикл, и на этом игра закончилась. В целом, не могу сказать, что это говно. Да, абсолютно кривая первая часть. Да, багованная вторая. Но третья уже была похожа на игру. Эмоции игра вызвала лично у меня положительные. Как хоррор, это, конечно, полная срань. А чисто посмеяться потянет. Честно говоря, жду четвертую часть. Но уж безумно интересно, чем закончится данная игра. Что касательно сюжета, мало объяснения. Хотелось бы больше интриги и логического объяснения. Ну а на этом у меня на сегодня все. Пока что для меня достаточно мобильных игр. Пишите ваши комментарии, что вы думаете о данной игре. Ставьте лайки, если вам понравилось данное видео. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новый видос. Ну а на этом все. Всем пока.